клево всем, друзья. Сегодня мы с удочкой ловим карасика. На новом для себя совершенно водоеме, в районе Красносельской. Народу тьма тьмущая, немерено просто. Рыба малоактивная. После закорма сразу подошел мелкий подлещий густера. А карасик как-то очень странно, практически багрится. Вроде бы и заходит, вроде бы есть на точку, но вот подобрать наживку пока не могу. У нас опять перемена погоды. Приехал на новый для себя водоем. С поплывком сегодня попробовать половить карасика. Еле нашел место, народу немерено. Просто в каждой дырке кто-то сидит. 5-6 удочками, все забито. Нашел место, встал. Для начала замес прикормки. Мешаться буду сегодня с землей. Прикормка черный лещ. Много сюда прикормки делать не буду. Полпачки самой прикормки. Буквально капельку добавляем воды. Вода нужна для того, чтобы прикормка начала набухать. Вот сейчас. Все, для начала хватит. И сейчас займемся грунтом. Грунт у меня обычный. Копали яму, набрал, просеял. И в грунт, в водичку надо добавлять очень-очень осторожно, маленькими порциями. И постепенно сверху вниз разбиваем. Иначе он там конется и будет шариками весь. Еще примерно столько же, сколько добавил. Буквально капельку. Все. Так, для начала хватит. Теперь прикормочка. Хочу чуть-чуть добавить чеснока, буквально чуть-чуть. У меня есть вот такой пеликановский чеснок. Я его купил, понюхал, запаха почти не было. Добавил в него, вылил в чашечку, раздавил две больших чесночины, постояло 2 часика. Все, ураган. И вот такой микс лещ специй. Тоже чуть-чуть добавлю. Все это высыпаем в прикормку. У нас получится примерно 1 прикормка, 3 грунта. Все перемешиваем. Отлично, вкусно пахнущая земля получилась. Добавляем водички. Теперь сюда я добавлю чуть мотыля и опарыша. Опарыша по 1 коробочке всего лишь. И мотыля. И мотыля, обычного крупного мотыля. Все это размешиваем. Кормить буду шарами. Оставлю буквально чуть-чуть на закорм, на подкорм. Остальное буду выкидывать в точку ловли сразу. Ну вот, готово. Слепим шарики. Даже липкие, пусть они долго растворяются. У них вот мотыль, опарыш. Рыбка будет на них постепенно-постепенно собираться.
они будут растворяться, рыбка их будет кушать. Надеюсь. Оставим на подкорм. Точку, где буду ловить, я уже уточкой нашел. Сейчас начинаем делать закорм примерно с полметра, не добрасывая до поплавка. Все, точку закормил, и теперь, даже если там была рыба, на данный момент она убежала, испугалась грохота и ушла. Поэтому нам 20-30 минут, можно попить чаек, подождать, пока какое-то шевеление на точке появится. Лещик. Рыба очень-очень капризная, очень-очень осторожная, поклевки на грани заметны. Из-за этого сменил монтаж с 2-граммового на граммовый поплавок. Лещ не мелкий. Это и болезнь. Клёва нет, люди разъезжаются. Вчера еще было очень холодно, вчера начало теплеть, сегодня уже просто великолепно, кайфно. Возможно, рыба дуреет от перепадов, несколько дней в одну сторону, несколько дней в другую. Какое-то небольшое оживление рыбки есть. Под боссом шарика оживилась. Рыба очень-очень сегодня капризная. Сейчас поплавок у меня стоит 0,5. Основная леска 0,12. Поводочек. Такой красавец. Поводочек 0,12, крючок 12. Рыбка стала оживать после того, как я дополнительно стал подбрасывать шарики с прикормкой. Сделал ее специально тяжелой, чтобы не пылила в толщу. И собирала мелочь. И подбрасывала. Ну, поклевки. Конечно, все на грани чувствительности, поэтому и перешел на легкие монтажи. На более тяжелых поплавках вообще не видно поклевок, вообще. Неужели карасик уговорился?
иди сюда, иди сюда. Подлещик. Сюда, иди сюда. Маленький карасик. Многие, 95% рыбаков весной делают одну большую главную ошибку. Огромная ошибка. Практически все делают ее. Ловят на донку, на фидер, на удочку с катушкой. Закидывают далеко от берега. Сейчас вся рыба подошла к берегу максимально близко. Здесь вода начала прогреваться, полез камыш, пошла зелень, полезли жучки в воде, и рыба подошла сюда с глубин кормиться. Сейчас нужно ловить максимально близко к берегу, максимально. Надо далеко закидывать, вся рыба здесь. Так как рыба пассивная, наживка желательно каждый раз одевать новую. Даже если после поимки у вас практически целая она осталась. Лучше не рисковать, а дать рыбе больше шансов найти наживку и не отказаться от нее. Так как я ловлю с берега, рыба очень пассивная, стараюсь закидывать максимально тихо, без плюхов. В начале рыбалки я много плюхал, клев был более слабый. Сейчас вот стараюсь подцепить себя, ложить максимально тихо, чтобы рыба не пугалась, не отходила. Глубина в ловле в районе метра. Вот периодически подкидываю шары, которые, возможно, ее пугают. Но лишний плюх лучше исключить. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Не будем рисковать, поводочек 0,1. Он заквален, как раз и вышел. То есть, насколько он неактивный, рыба выходит как вально периодически. Он такой толстый и красивый. Он еще и походу контуженный, чуть-чуть поведенный. Возможно, дело электриков. После электроудочек рыбу сильно ведет. Ряпы, блики не дают поснимать. Поплавок очень сильно рябит и бликует. Вот такой красавчик. Не спеша, потихонечку, по чуть-чуть подлавливаем. Может, на жареху наловлю. Тепло,
не клюет, холод, не клюет. Ему интересна рыбалка. Что там такое? Вот это была рыбка, вот это кайф. Вот возможно что-то там такое зашло и не клюет поэтому. Поклевывать. На данный момент монтаж я использую классический. Основные груза. Сантиметров через 30 подпасок. Подпасок я разбил на 3 грузила и тоже чуть-чуть разнес. Благодаря этому периодически поклевки видно на подъем. Очень слабо поклевывает, практически был момент, вообще заглохло. Сейчас так, какими-то непонятными подходами, насходами. Много рыбы багрится. Вот, четвертая часть забагренная. Весь покусанный хищником. Побывал недавно в зубах у хищника. Досталось подлещику. Ну что, друзья, подловил чуть-чуть рыбки. Рыбалка была, ну, очень трудовая. Карась меня сегодня сделал по полной программе. Нет-нет, попадались. Вот такие красавчики. Но я так и не понял, что ему надо. Совершенно. На точку он зашел моментально. После закорма даже не пришлось долго ждать. Подтянулся густера лещик. За ним практически сразу зашел карась. И на этом все. Рыба клевала подходами. Одну-две рыбки взял, полная тишина. Одну-две рыбки взял, полная тишина. При этом довольно неплохо подзывалось на подкорм. Но пришлось поменять, уйти с 2-граммового поплавка до 0,5, чтобы хоть как-то видеть поклевку. Иначе без вариантов. Рыбалка очень трудовая, но тем это более ценно. Именно вот такие рыбалки и дают больше всего опыта. Ну а с вами до встречи. Ставьте класс, подписывайтесь, друзья.